Мы начинаем? Да. Мы на канале? Мы спали. Что мы будем делать сегодня? Собирать утяти. Как это называется? Пазлы? Пазлы. Ну давай собирай. Кого будешь первого собирать? Вот это. Ну кто это? Это Мишка. Мишка. Давай Мишку первого собирай. Папа. Давай поближе тебе подвину. Далеко сидел. Нормально, нормально сидишь. Ты главное правильно собери их. По цвету сделай, чтобы совпадали. Вот неправильно ставишь. Не торопись, правильно, неправильно, не отсюда. Опять не отсюда. Да, вот так. А это моя мигалка. Теперь эту. Угу. И голову. Вот в стороночку отодвигаем. Вот такой большой. Да, большой. Сюда сторонку давай. Такой большой. Да, большой вот мишка, да. Какую следующую фигурку будем собирать? Да. Какую следующую будем собирать? Вот это. Давай. Кто это? Пингвин. Пингвинчик? Да. Такие глазки есть. Давай, собирай. Из трех фигурок он, да, состоит? Это красивый пищи. Какой, да. Ложи вот сюда рядом с Мишей его. Давай. Да, давай следующее. Ой. Кого будешь следующего собирать? Вот это. А кто это? Это медведь. Медведь разве это? Да. Мы же собрали уже Мишку. Ну-ка давай соберем, посмотрим, кто это. Ой. Дальше, ой. Дальше давай. Где у него запчасть еще одна? Вот. Вот, давай. Кто это? Кого собрали-то? Это кто получился? Тигр. Тигр, правильно. А я думала, медведь. Ну вот, собрали и увидели тигр это, да? Да. Ну кто у нас осталось? Маша. Маша, давай соберем Машу. Собирай, забирай их себе, а я эти разложу. Ой. Ну ничего, ничего. Так, правильно собирай, по цвету все должно подойти. Все, поплотнее ставь, переворачивай. И получилась у нас Маша. Ой. Нет, нет, нет. Вот ее вот так ставь по центру. Так вот, да? И эту ставь. Вот сейчас я покажу, какие у нас получились фигурки. Тигренок, потом Маша, пингвиненок и Мишка. Да? Да. Классные какие. Вот это. Это тигр. Полина умеет пазлы собирать? Да. Молодец. А зайчика? Зайчика? А потом зайчика соберем. Да. Но? Эти отложим, будем зайчика собирать? Да. Ну давай. Да, подвинем. Ну пусть, да, давай подвинем их поближе сюда. В сторонку, да? И будем собирать зайчика? Куда ты еще подвинем? Мешаться, думаешь, будет? Да. Давай, на краешек маленький поставь их. Сейчас я тебе дам зайчика собирать. Зайчик у нас будет... Из мультфильма «Ну, погоди». Да? Да? Давай, зайчика будем собирать. Вот это я тебе сейчас разложу. Да, правильно их переверну, а ты собирай.
Я тебе, если что, подсказывать буду. Да. Ну давай. Где ушки, где головку у него собирай. Потом. Начинай с чего-нибудь. Потом. Неправильно. И... Ты вот смотри, правильно ложи. Не так, не так. Вот. Вот. Картинкой ложишь вверх. Где у него картинка? Вот так, наверное, да? А ушко? Вот давай ушко. Где ушко должно быть стоять? Вот здесь. Вот ставь. Дальше давай. Руль. Вот руль правильно ставишь. Еще там руль есть. Вот руль еще есть. Самый низ его. Нет, нет, нет. Вниз вот сюда. Сюда ставь. Умеешь, умеешь. Учиться надо. Эти картинки простые мы быстро собрали. А это посложнее, да, уже? Это ручка. Ручку ставь. Неправильно. Видишь, не подходит по цвету. Это нет, это не отсюда. Такое. Давай другое что-нибудь подбирай. Неправильно. Ну, смотри, куда подходит. Вот сюда. Подходит? Точно подходит. Лапка, да, у него это? Да. Давай это мама дальше. Купила. Мама тебе пазл купила? Молодец, мама какая у тебя. Не подходит? Может, с другой стороны подойдет? Вот с этой стороны, может, подойдет. Подходит? Ну все, давай, ставь хорошо. Голубенькая куда? Неправильно. Неправильно. С другой стороны, может, подойдет? Вот, точно отсюда. Поплотнее, кстати. Подходит. Ой, упали. Ну, я подниму, подниму. Вот, Машу поставь пока. Давай вот этот уголок дособирай. Смотри, подходит, не подходит. Вот так. Ну, если этот не подходит, на вот этот попробуй куда-нибудь, может, подойдет. Вот, точно, правильно. А этот вот наверх. Видишь, куда он должен идти? Все, молодец. Картинку покажем? Давай, ровно ложи ее. Вот мы покажем картинку. Да, вот такой зайчик у нас получился. Да? Да. Такие мы фигурки все собрали. Маленькие. И зайчик. Все? Заканчиваем? Да. Ставим лайк. Привет, привет всем. Привет.